Трагическая история смерти 20-летней Полины Лобаевой появились новые подробности. Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, 7 июля девушка купалась в районе причала на Асафовых островах, после чего пропала. Тело утонувшей Полины нашли лишь 9 июля. Исходя из результатов судебно-медицинской экспертизы, можно констатировать, что причиной смерти девушки стало утопление. Но перед этим она, вероятнее всего, была избита.